Молодые стрелки из Анапы, Новороссийска, Каневского, Красноармейского, Щербиновского районов и, конечно, команда из Сочи будут соревноваться на меткость на стадионе «Юг спорта». После торжественной церемонии открытия участники спартакиады отправились на пристрелку. 16-летняя сочинка Аня Селищева нацелена взять на спартакиаде первое место. Недавно она вошла в состав молодежной сборной России. И от того, как она отстреляется на этих стартах, зависит ее участие в других состязаниях. Соперников никогда не стоит недооценивать. В принципе, они тут есть. Это отбор на дальнейшую спартакиаду России, а с нее уже будет отбор дальше на спартакиаду. Вот. Это достаточно-таки важный старт. Я планирую первое место занять, набрать командой как можно больше очков, чтобы пройти дальше. Максимальное количество баллов на спартакиаде – 360. Участникам нужно будет пройти по 2 квалификационных круга и постараться набрать наибольшее количество очков с дистанции 60 метров. Всего дается 72 выстрела. По итогам квалификационного раунда будет... ранжированы будут все спортсмены, то есть с первого по последнее место. В дальнейшем у нас будут проходить финалы на вылет. Вот, и, значит, победители определятся по итогам финалов. Затем у нас пройдут командные соревнования среди девочек и мальчиков и команды микс. Очки подсчитываются по итогам всех стартов, личных, командных зачетов и финалов. Команда, набравшая максимальный балл, получит первое место. Награждения пройдут также по результатам личных первенств, командных и микс. Завершится спартакиада 14 мая. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.